30 декабря 2018 года жители поселка в Самарской области засыпали вход в здание администрации снегом. Не чистят, не чистят дороги, не чистят улицы. Как быть? Но жители просыпаются, жители понимают, что... Но никто и не собирается им помогать в их поселке чистить дороги, чистить улицы. Поэтому они решили просто-напросто засыпать снегом. Взяли лопаты и решили засыпать снегом вход в администрацию. Жители поселка Новосемейкино в Самарской области засыпали вход в здание местной администрации снегом, сообщает региональное интернет-издание 63.ru. Таким образом, они наказали чиновников за некачественную уборку, ну, собственно говоря, вообще не уборку, да, улиц, которая особенно обострилась в связи с недавним снегопадом. Одна из жительниц ПГТ опубликовала в Твиттер фото горы снега, наваленной перед дверями поселковой администрации с подписью «Благодарность жителей за качественную уборку снега». Учитесь, учитесь, друзья, еще раз учитесь у жителей поселка Новосемейкино в Самарской области. Засыпайте, заваливайте, делайте, но делайте хотя бы что-то, не спите. Никакие митинги с плакатами на груди не помогут. Просыпайтесь, жители. Вы думаете, это ваша жизнь, это ваши дороги, это ваши магазины, это ваши школы. Боритесь за это, боритесь, но что-то делайте. Нельзя, сидя на диване, греметь кастрюлей и своим языком. Новый год на дворе. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. И просыпайтесь, жители России, ведь ваша жизнь находится в ваших руках. Не доверяйте вашу жизнь чиновникам. Но еще раз с наступающим. Я Таня Карацуба, Сеид Бурхан.